Всем привет, ребята, с вами я, Лёва. И сегодня я вам покажу 33-литровый аквариум. Это 33-литровый аквариум с фильтром, как вы видите. Тут разные просто компоты из рыб, можно это назвать. Многие говорят, что если в аквариуме много рыб, и они перенаселены, то это компот какой-то. Но я не знаю, перенаселены ли у меня рыбы. Вот как выглядит мой аквариум весь в длину, по диагонали. Как вы видите, вот мой аквариум на 33 литра. Сплошной просто релакс. Просто сплошной релакс. Вот с вами кто ракатум. Вот видите, он поплыл. С вами кто ракатум. И давайте же поднимемся вверх. Оп. Мне советовали заменить цветной грунт, но пока другого грунта в зоомагазине мы не нашли. Там только цветной был, поэтому пойдем на птичий рынок скоро за камушками, за крупными. Ну, не знаю, повредят ли крупные камушки самам. Тут живут коридоросы. И вот такой вот сом, как он там называется, татуракатум. Это сом таракатум. Фильтр работает. Фильтр это барбус. Барбус фильтр. Прикольный, да? Вот такой вот фильтр у нас. И гурами, конечно же. Гурами в 33 литрах. Это жемчужный и перламутровый гурами. Если что, перламутровый гурами — это альбиносная форма мраморного гурами. Скоро хочу сюда обычного мраморного гурами заселить и голубого гурами, потому что к нам их в зоомагазин завезли. А пока живет только перламутровый гурами, то есть альбинос или снежный гурами, или альбиносный мраморный гурами. Можете по-разному называть перламутровый гурами и жемчужный гурами. Как вы видите, они очень сильно отличаются. Вот таракатум. Сейчас его увеличу, сейчас вы его увидите у нас. Вот, как вы видите, это таракатум. Вот он сидит около искусственного растения. Опа! Оп! Смотрите, при каком увеличении просто рыбы кажутся гигантскими. Так, это у нас кто? Вообще непонятно про такое увеличение. Рыба вообще трудно. Так, вот наш таракатум. Так, немножко вот так, вот так. И вот опять же видно нашего таракатума. Оп. Так, вот одно незаметно почему-то гурами. Гурами почему-то начали прятаться от нас. Так, где они? Вот одна. Иди, вот, они думают, я их сейчас покормлю, я потому что обычно кормлю их прямо с пальца. Давайте. Оп. Кис-кис-кис-кис-кис-кис. Давайте. Оп-оп-оп-оп. Видите, они мне как палец. Вы мне сейчас палец такими темпами съедите. Хватит мой палец есть. Ай, гурами, хватит есть мой палец. Они, кстати, я заметил то, что они пытаются как-то друг с другом спариваться, короче. Ну как, тут самка и самец. Самец это вот этот вот гурами перламутровый, а самка это жемчужный гурами. И постоянно самец вот этот лезет к самке, и они постоянно друг друга вот так обвивают, как вы видите.
Они на камеру не так сильно. Они иногда прям пытаются выдавить икру, самец из самки пытается выдавить икру. Но у него ничего не получается. Видимо, межвидовая такая вот. Межвидовая цепь, потому что жемчужный и мраморный. Ну, не мраморный, а перламутровый. Буду просто называть его мраморным, потому что перламутровый и гурами. Мало кто вообще знает, что существует такой гурами. Буду называть его мраморным. То есть жемчужный и мраморный гурами – это вообще разные животные. Разные гурами, точнее, разные рыбы вообще. Так что вряд ли они получится у них какое-нибудь потомство. Так, опускаемся вниз. Опа! И вот наши гурами. Наши бурахи. А как видите, Торакатума нужно, чтобы он двигался, его нужно как-то растормошить. Потому что ну, он нифига вообще не двигается. И что... Хотя он так прикольно вообще шевелится, надо его растормошить чем-нибудь. В общем, растормошу его трубкой от компрессора. Насадкой точнее. Оп, все растормошил. Все. Вот так вот он занятно двигается. Да, он сейчас спит, сейчас день. Спят рыбы, этот сом спит днем, а ночью он плавает. Так. Так, где наш сом-то? А, вот он. Вот он, как вы видите. Тридцати трехлитровый аквариум. Вообще аквариум это такая релаксная штука. Вот единственное, вот фильтр мешает вообще так наслаждаться этим аквариумом. Слышите звук? А если присоединить глушитель, как его называют, или флейту, то получится фонтан. Ну, вы это видели в прошлом видео. Фонтан еще почему-то громче шумит. Да, гурамка? Да. Вот, я сейчас пальчиком покажу. Они же знают то, что я их с пальчика кормлю. С пальчика я вас кормлю. Окей. Гурами, давай, иди сюда. Иди сюда, гурами. Она не реагирует, только если я вот так вот поднимусь. Покажу им пальчик. Оп. Палец им покажу. Барбус. Барбус. Ай, меня барбус кусает. Кстати, барбус оказался самой агрессивной рыбой в этом аквариуме. Смотрите, как меня нежно обсасывают рыбки. У кого рыбки тоже такие ручные, ставьте лайк. Но мне нравится складывать палец в аквариум, чтобы рыбки его обсасывали просто. Они думают, что у меня на пальце корм. И сейчас покажу кормление этих рыб. Итак, сыпем корм. Забыл фильтр отключить, и сейчас просто его всосет. Только если рыбки вовремя его не съедят. Сейчас рыбки его должны... Итак, смотрите. Оп. Да, хорошенькие вы мои рыбочки. Мои хорошенькие. Как вы видите, вот этот... Как он? Торакатума активизировался. Активация Торакатума. Так. Активация Торакатума завершена. Все, он заснул, короче. Вот сначала активизировался, а потом заснул. Ну, давайте их покормим. Давайте покормим наших рыбасиков. Рыбасиков, сибасиков. Так вот они прикольно кушают. Вот так.